Коллеги, доброе утро. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем про интереснейшую тему, про возможные риски при внедрении и развитии системы ВМС. Это тема сегодняшнего нашего вебинара. И в качестве ведущих сегодня выступим мы. Меня зовут Кошелева Оксана. Я являюсь руководителем отдела продаж в компании Axelot. И сегодня со мной коллега Никита Саблин. Он является консультантом по внедрению систем ВМС. Если у кого-то отсутствует звук или видео, я прошу переподключиться по ссылке. Те, кто сегодня у нас участвует в вебинаре, прошу поставить плюсики, у кого хорошо со звуком и хорошо с видео. Давайте проверим связь. Так, отлично, вижу плюсики, вижу огонечки. Отлично. Участников сегодня у нас очень много, поэтому я очень надеюсь, что в конце вебинара от вас будут поступать вопросы, на которые мы обязательно ответим. Итак, давайте начнем. Расскажу немножко про тайминг сегодняшнего вебинара. Длительность вебинара займет 50 минут. Первые 5 минут я расскажу про важность подготовки к автоматизации склада. Основную часть вебинара расскажет Никита, расскажет про ключевые стадии внедрения и развития ВМС и минимизации рисков на этих стадиях. Уже в самом проекте, как минимизировать риски, и в конце вебинара мы ответим на ваши вопросы. Вопросы вы можете писать в чате, в ходе вебинара мы, к сожалению, их не увидим, но в конце вебинара обязательно чат откроем и ответим на ваши вопросы. Итак, важность подготовки к автоматизации склада. Пожалуй, это первый этап, с которого нужно начать, когда компания задумалась о том, что нужно автоматизировать свой склад. Почему уже важна подготовка? Потому что если на складе нет четкого представления о том, какие же бизнес-процессы на складе есть, если происходит стихийная работа склада и ситуационный подход, например, пришла поставка, нам срочно нужно ее куда-то разместить и отпустить машину, то мы сталкиваемся с тем, что на складе у нас возникает хаос, и, собственно, этот хаос автоматизировать сложно, а в принципе, даже и не нужно, потому что это приведет к плачевным результатам. Это отразится на ходе проекта уже самой автоматизации склада, приведет к тому, что мы в рамках самого проекта будем разбирать, что же у нас с вами с процессами, может увеличить финансовую составляющую, ресурсную составляющую, ну и, конечно, время. И отразится на результатах, которые у нас с вами получатся по итогу проекта. Поэтому перед тем, как начать проект по автоматизации склада, рекомендуем вам обратить внимание на следующие составляющие. Первое. А хорошо ли вы знаете свой склад? Насколько процессы, которые у вас сейчас на складе есть, отлажены и вообще, в принципе, описаны, и имеется у вас представление о том, что это за процессы, какие технологические зоны на складе присутствуют, информация о товаре, в полном ли виде или не в полном находится, есть ли весогабаритные характеристики в системе, ведутся, не ведутся, то есть как работа происходит с нормативно-справочной информацией. Если же, например, у вас ответа на этот вопрос нет, то мы рекомендуем в первую очередь озаботиться о том, чтобы провести аудит текущего вашего склада для того, чтобы подготовить его к последующей автоматизации. Как вариант, вы можете это сделать сами, имея определенные ресурсы, знания, навыки, а либо же обратиться к компании, которая специализируется на логистическом консалтинге, на технологическом проектировании. Кстати, у нас в группе компаний тоже такая компания есть, поэтому мы делаем проекты под ключ, поэтому с точки зрения подготовки склада к автоматизации мы тоже вам можем в этом помочь. Второе, немаловажное, на что стоит обратить внимание, это, конечно же, понять, а для чего, в принципе, нам нужен проект по автоматизации склада, какие цели и задачи мы хотим перед ним поставить. Наверняка для того, чтобы вы приняли решение по автоматизации склада, были на то определенные веские причины. Порча товара, долго его ищете и так далее. То есть вам нужно сформулировать, что же вы ожидаете от самого проекта, цель и задачи. Также вам нужно сформулировать требования к автоматизации в будущей системе ВМС. Это в последующем поможет вам быть на одной волне с подрядчиком, которого вы выберете для автоматизации склада, и будет общее понимание о том, чего же мы хотим достичь в ходе проекта.
Также вам нужно подумать о том, какие же ресурсы будут с вашей стороны скомпилированы в проектную команду. Это должны быть и IT-специалисты, и функциональные заказчики, ключевые сотрудники, которые участвуют, могут участвовать в проекте по автоматизации склада, например, смежные подразделения, которые работают на стыке склада, доставки и так далее. То есть вам нужно обязательно подумать, кто же будет входить в проектную команду. И, естественно, эти люди должны обладать нужным количеством времени для того, чтобы его на проект потратить. Также немаловажно является текущая инфраструктура вашего склада, потому что мы с вами понимаем, что автоматизация на ручном приводе, она никому не нужна. Естественно, у вас вы должны подумать насчет того, что где будет размещаться система ВМС, а есть ли у вас Wi-Fi, есть ли у вас на складе слепые зоны там, для организации Wi-Fi, если у вас пока что его нет, какое оборудование будет использоваться. Вот эти все вопросы нужно задать до начала проекта для того, чтобы позаботиться о сроках поставки так, чтобы в проекте не было задержек с этим связанных. Какой интеграционный контур, опять же, у нас с вами будет в рамках проекта? Какие системы должны передавать информацию в ВМС и какая информация должна поступать из ВМС в эти системы? Когда вы эти все вопросы себе зададите, на них ответите, следующим этапом мы с вами переходим к автоматизации склада. И здесь уже я передаю слово своему коллеге Никите, который расскажет о возможных рисках, связанных с возникающих в проекте, как можно их нивелировать. Никита, пожалуйста. Да, коллеги, еще раз здравствуйте. Меня зовут Саблин Никита. Я являюсь консультантом компании Axolot. Далее мы с вами рассмотрим, какие же риски, максимально влияющие и часто встречающиеся, исходя из нашего практического опыта, могут возникать при внедрении и дальнейшем развитии ВМС. Для начала расскажу в целом про стадии внедрение, развитие и владение ВМС-системой. Здесь мы выделили 5 стадий. Вы их сейчас в данный момент видите на складе, на слайде. И на следующих слайдах мы с вами рассмотрим, с какими рисками можно столкнуться на каждой из этих стадий и как грамотно их можно минимизировать. Первая стадия при внедрении ВМС – это планирование будущего проекта. Мы должны прекрасно понимать, что внедрение ВМС коснется не только склада, но и смежных подразделений, которым может потребоваться перестройка каких-либо процессов. С чего же следует начать? Итак, решение о внедрении ВМС уже принято, поэтому нужно оповестить склад и смежные отделы об этом. Необходимо заранее сообщить сотрудникам о будущих изменениях, о датах проведения работ по внедрению ВМС, кому обращаться с вопросами, которые, естественно, будут возникать. Для того, чтобы исключить такие варианты, что кто-то не услышал, что-то не понял, до кого-то не дошла информация, возможно составить такой внутренний документ, как приказ о внедрении ВМС. На следующих слайдах мы еще не раз коснемся этого понятия, как внутренний документ. Этот внутренний документ будет являться неким регламентом, и его необходимо разослать по электронной почте всем заинтересованным лицам. При необходимости возможно выдать этот документ в печатном виде, под подпись, ведь такие серьезные изменения влияют на сотрудников. Об этом как раз мы поговорим с вами дальше. После того, как все сотрудники, задействованные при внедрении, оповещены об этом, следует структурировать участие этих самых сотрудников. Каждый из них должен понимать, какая у него роль в проекте, что от него ждут, что каждому сотруднику будет предоставлено время на выполнение задач, которые у него возникнут при внедрении ВМС, что его инициатива будет поощряться. Тем самым мы снизим риск сопротивления персонала к грядущим изменениям. Закрепить все вышесказанное рекомендуется следующим документом – приказом о внедрении ВМС, где уже будут зафиксированы внутренние роли сотрудников. Теперь коснемся с вами важного вопроса управления проектом. Например, в нашей компании используется такой документ, как устав проекта, и мы рекомендуем вам его взять на вооружение. В нем вы сможете указать область проекта,
его цели, организационную структуру, порядок взаимодействия. Будет четкое понимание, когда и почему стоит привлекать высшее руководство, а какие вопросы могут быть решены линейным персоналом. Таким образом, мы получим управление вариациями рисков на проекте, о чем, собственно, мы и разговариваем с вами в рамках сегодняшнего вебинара. Соответственно, для минимизации рисков при внедрении в МС необходимо выбрать его правильную методологию, в рамках которой все будет подробно описано в технической документации, где будет описан концепт системы, описаны бизнес-процессы уже с участием в МС, где будут указаны интеграционные решения и другие важные моменты проекта. В случае форс-мажора, например, при смене проектных команд, ознакомление с документацией, согласно перечню, который мы также рекомендуем выделить в отдельный внутренний документ, позволит снизить влияние таких обстоятельств на проект. Итак, преодолев все риски при планировании проекта и его теоретической части, мы с вами переходим к практической, первому запуску. Разберем эту стадию внедрения и владения в МС. Для снижения рисков при уже непосредственном боевом запуске в МС необходима тестовая эксплуатация. Тестовая эксплуатация – это обязательная часть обучения персонала. Ведь уже при живом взаимодействии с системой на ТСД, на местах оператора в МС, персонал получит визуализацию своих знаний, полученных в теоретической части, на первой стадии проекта, о чем мы как раз говорили ранее. Тестовая эксплуатация – позволит сотрудникам снизить страх перед ВМС-системой, ведь зачастую мы понимаем, что персонал привык работать по старинке, а впереди их ждут новые реалии. В рамках тестов к сотрудникам придет осознание того, что ВМС для них станет шагом вперед в профессиональном поле. Сотрудники будут понимать то, чего от них теперь ждут, то, каким образом процессы, происходящие на складе, будут выглядеть уже в новых реалиях. Они все эти процессы смогут пощупать, скажем так, своими руками. Закрепить старт тестов на объекте эксплуатации следует следующим внутренним документом, приказом о тестовой эксплуатации. Как раз при непосредственном взаимодействии с ВМС у сотрудников могут возникнуть дополнительные вопросы. И очень важно на этом этапе дать сотрудникам возможность открыто выражать свое мнение. Ведь их пожелания, которые они будут высказывать к работе системы, могут действительно им облегчить жизнь. И сотрудники, увидев то, что к их мнению прислушивается, что их мнение действительно важно, станут еще более вовлечены и лояльны к текущим изменениям. В качестве дополнения можно фиксировать полученные вопросы и предложения сотрудников в отдельном внутреннем документе для доведения результатов рассмотрения и ответов на них, например, на общих собраниях. И тем самым мы исключим дополнительное обсуждение и повторение данных вопросов. Мы понимаем, что внедрение системы не заканчивается запуском, поэтому дальше мы поговорим с вами о поддержке работы системы. В ходе работы могут возникать какие-либо проблемы, и важно иметь компетентных сотрудников, которые будут рассматривать систему с точки зрения не рядовых пользователей, а владельцев системы. И такие грамотные сотрудники будут представлять вашу первую линию поддержки. Ведь первая линия поддержки, которая будет оказываться вашими силами, может сэкономить вам время и деньги компании. И в случае, когда будут возникать очень сложные вопросы, такие сотрудники могут их структурировать и передать на внешнюю поддержку. И здесь как раз хотелось бы отдельно отметить, что у нас есть собственный отдел сопровождения, который может доступен быть вам в рамках 24/7. Также мы можем дополнительно обучить ваших администраторов и разработчиков для получения более глубоких знаний в нашей системе. Также, помимо поддержки системы, необходимо заниматься ее регулярным обслуживанием и оптимизацией.
Отличным решением будет зафиксировать такое обслуживание внутренним документом. Регулярное обслуживание позволит экономить ресурсы на поддержку инфраструктуры, ведь могут быть заранее выявлены узкие места, будут минимизированы системные ошибки и актуализированы настройки текущих процессов на объекте внедрения. Бизнес может и должен развиваться. Могут открываться новые складские комплексы. И поэтому важно коснуться такого вопроса, как тиражирование. Ведь тиражирование – это не просто копировать и вставить. Здесь тоже есть подводные камни. И дальше мы поговорим о том, как минимизировать риски на данной стадии. Стандартизация процессов – отличное решение для складов одной компании. Ведь одинаковые процессы на всех объектах облегчит тиражирование. По сути, отпадает нужда в дополнительной разработке как самой ВМС, так и интеграции с ней. Если же смотреть с точки зрения IT, удобно иметь одинаковую версию платформы и конфигурации на всех объектах. Ведь элементарно, обнаружив ошибку на одном из них, это решение мы сможем тиражировать на другие склады. И будет полезно зафиксировать все стандартные рабочие процессы аналогичным внутренним документам. Также при тиражировании системы внутри компании будет полезно чередование проектных команд. То есть что это значит? Что сотрудники, уже которые получили практический опыт при внедрении системы, смогут им делиться с сотрудниками на других объектах компании. Они будут показывать своим личным примером и своим личным опытом, что на самом деле не все так страшно, что владение ВМС-системой, по сути, это шаг вперед как для компании, так и для каждого сотрудника в отдельности. Это позволит снизить стресс при будущих обучениях. Но также мир не стоит на месте, бизнес растет, развивается, могут появляться новые требования. И поэтому важно осознанно подходить к такому вопросу, как развитие системы. Поговорим с вами о грамотном подходе к этому. В первую очередь необходимо понимать и разграничивать, какие доработки будут действительно полезны, а какие будут излишни и будут перегружать систему. Важно обращать внимание не только на стоимость доработки, ведь разработка на 1С отличается невысокой ценой, но и смыслом и полезностью этих доработок. Важно все эти доработки документировать. Также важно постепенно все улучшения внедрять, ведь сотрудникам на складе, которые будут непосредственно взаимодействовать с системой, важно к этим решениям привыкать постепенно. Ведь если мы будем бесконечно кастомизировать систему, она со временем может превращаться уже практически во Франкенштейна. И как я сказал ранее, и повторюсь, очень важно все доработки фиксировать в вашем внутреннем документе. Ведь в будущем, когда вы будете вновь что-то дорабатывать в системе, сотрудники, которые будут этим заниматься, смогут ознакомиться с тем, что было сделано ранее и как это работает сейчас. Также важно поэтапно тестировать и внедрять улучшения системы. Изначально необходимо проводить испытания на тестовой базе в полном объеме, чтобы понимать, что вот это вот улучшение каким образом будет влиять на другие складские процессы. После того, как тестирование в тестовом контуре пройдено полностью, необходимо это решение использовать на каком-то пилотном складе, чтобы посмотреть, каким образом это улучшение будет действовать на складских сотрудников в перспективе. И лишь убедившись в его полезности и нужности, это решение можно будет распространять на другие склады. Итак, коллеги, в ходе вебинара мы рассмотрели, с какими наиболее влияющими и часто встречающимися рисками вы можете столкнуться при внедрении и развитии ВМС. Подсказали, какие внутренние документы смогут вам помочь практически безболезненно преодолеть все трудности на этом сложном пути. Все это основано на нашем многолетнем опыте. Эти решения применяются уже на работающих складах наших заказчиков. А мы, соответственно, готовы вам в этом помочь. Итак, коллеги, сейчас перейдем к ответам на ваши вопросы.